Всем привет! Сегодня мы готовим завтрак. Итак, нам понадобится сахар, яйца, это какая-то мешочка, молоко и мука и растопленное масло. Можно взять и мягкие сразу. Сегодня мы готовим вафли на вафельнице. Обычно сегодня не вафельница. Не на электрической, а на такой обыкновенной. Рецепт у нас несложный. Нам потребуется 2 яйца, стакан сахара. Перемешиваем. Можно я перемешаю? Можно. Параллельно в чашечке растапливаем 125 граммов масла. Можно взять просто очень мягкое, либо так вот немножко растопить. Что-то мне масло вдруг показалось. Так, перемешал. Стакан молока. Перемешиваем. Так, получается еще одна жижа. И добавляем муку. Щепотка соли. Муку, подожди, рано еще. Перемешиваю хорошо. Муку не надо. Так, теперь сюда же добавляем муку. Сюда же добавляем масло растопленное, либо мягкое. Я же это говорю. Перемешиваем, высыпаем муку, Маркуш, и высыпаем муку. Перемешиваем еще. Не хочу я перемешать муку. Я очень люблю молоко, так что я это останки выпью. Танки молока. Перемешиваем. Все, мы добавили молоко. Ребята, все. Еще добавляем муки. Итак, тесто мы перемешали, оно получилось вот такое достаточно жидкое, ну, погуще, чем на блины. Теперь берем вафельницу, не знаю, у кого какая, у нас такая обыкновенная советская. Смазываем ее растительным. Хорошенечко прям разогреваем. Дети. И накладываем. Вот так вот прям не дышит. И выпекаем с двух сторон тщательно. Ой-ой-ой. Если вылазит, значит много положили. Надо чуть-чуть поменьше. Была с картинками, но она сломалась. Так жарим. Ну, примерно получается по минуте с каждой стороны. Минута-полторы. Быстро мы так испечем. Открываем. Ну, каблучку. Подцепляем. И сразу скручиваем. Это важно, чтобы чуть-чуть позже вы уже не скрутите их. Вот так поступаем со всеми вафельками. Ну вот, мы немножечко напекли. Правда, уже примерно столько съели в процессе изготовления. Еще это не все. Получилось очень вкусные вафельки, хрустящие, простые и быстрые. Приятного всем аппетита! Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до новых встреч!